Всем доброго времени суток! В эфире FIFA Прогноз, самая точная программа о мировом футболе. И сегодня для вас эту программу ведут Александр Фирсов и... Игорь Белоногов. Саш, приветствую тебя, приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня у нас вновь наша любимая Лига Чемпионов. Да. Второй матч. Второй матч, да. Встречаются команды Ювентус и Порту. Вот. Первый матч сенсационно выиграли португальцы, поэтому мы выбрали этот матч для нашего... Для того, чтобы я за них сыграл, короче, абсолютно они проиграли. Верно, абсолютно верно. Все верно, да. То есть, давай перейдем к коэффициентам. Я думаю, ни для кого не секрет, что фаворитом в этой паре является Ювентус. Для букмекеров в том числе. В среднем на победу Ювентуса дают такой усредненный коэффициент 1.5, в то время как на Порту можно заработать от 6.5, ну, до 8, так точно, да, в зависимости от... конторы. С учетом того, что Ювентус проиграл, я напомню, первый матч. Но вот там на проход есть ставочка. 2.5 на проход Порту. Вот. Это достаточно и хорошо. И меньше 2, по-моему, ты говорил, на проход Ювентус. Да, меньше 2 на проход Ювентус. Так что коэффициенты очень-очень сочные. Поэтому что, я думаю, надо к матчу уже переходить. Наверное, да, давай поехали, поиграем. Что, нас ждет второй матч. Это будет весело, да? Это будет интересно. Да, поехали. Все. Ну что, вот у нас, собственно говоря, и стартует игра. Да, Ювентус эту встречу у нас начинает. Так, сразу попыточка в атаку убежать. Ну что, может быть, на первых секундах? Да. Интересно. Интересно. Законы физики такие, как бы, привет. EA Sports такие. Ну, здорово, что? Что там твои законы физики? Мы, говорит, ее вместе с Рокстарами писали. Суета! Спасибо. Простите. Спасибо. Простите. Что все, это? Все, так, результат я сделал. Теперь можно набивать. Зная Ювентус, сейчас будет самая оборонительная игра на свете. Ага. Ну, побежали, что? Не надо. Нормально. Что? Ой. Альваро Мората. Миллиметраж по полю. Судья мешается. Вот так вот тебе. Ладно, я понял. Ну, бывает такое. Сравниванием пока. Сравниванием не... Мы, в принципе, в киберфутбол играем, как бы. Ну, тоже реально, да. Никогда, по-моему, выше единицы не поднимался. Что? Ну, всякие дополнительные времена, вот это все. Это всегда же лотерея. Безусловно, там можно... Ой, а можно и... Финиш хим. Ага. Здравствуйте. Привет. Вторая атака, второй гол. Так, интересно, надо пока это... Понабивать? Да. Успокоиться парням. Так, ну что, теперь опять Порту выходят дальше. Ну и хорошо. Замечательно. Те, кто загрузил на коэффициент 8, сейчас, наверное, больше всех. Могли бы стать просто 100 рублионерами, так сказать. Ну, типа, ты ставишь, сколько там надо поставить, 8. 10 рублей ставишь, короче, ты 100 рублионер. Ты же еще и на проход дальше ставишь. Абсолютно. Вот это сломался. Да, можно ему ногу поменять. Элемент киберпанка в футболе. Побежал. Согласен. И красиво. Суету на воде. Навел. Навел, да. 4-4. Я думаю, что о том, кто проходит дальше, мы выясним во втором тайме. Абсолютно, абсолютно. Тут согласен. Еще будет замена ноги как раз в перерыве. Скорее всего, подлатают. Игрока всего менять не будешь, да? Просто там, ну, кто-то на скамейке сидит, свою все отдает. И тем временем у нас даже очень интересная статистика, слушай, которая, в принципе, равна. Абсолютно. Если так посмотреть. Удары в створ с голами совпадают. Это признак мастерства, я считаю. Так, ну что, второй тайм сразу. Поехали? Поехали. Ой,
рискованно тогда. Так, можно случайно его и... От... Нет. Так, а у меня тут Матиас де Лихт в атаке. Ну ладно. Собственно. Ну, пусть то, что хочет, тот он и делает. Да? Он личность. Самое главное. Как ты тут накручиваешь. Ну толку нет. И вот так. Ой-о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 й-
Вот, вот теперь кровололчик пора это открывать. А? Не туда. Так, в оборону, пацаны. Суператакующий поставил? У меня сверхзащитный стоит, минуты с 15. А. Я как раз на нем вот два пропустил. Понимаю. Ой-ой, пацаны! А что за... Ага. Ты посмотри на общий счет. 5-5-5. Да, что только не случится. Мы как будто даже не в футбол, а в российский хоккей играем. Российский хоккей. Ну, в смысле, российский хоккей — это с мячом, который... А! Ты чё? Там же больше, чем шайбы забивают обычно. Шутка про это была? Все, все понял. Ну, он не российский, он русский должен называться, на самом деле. Просто эпоха толерантности. Ой-о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 й
Ну, я думаю, пенальти. Я вот тоже переживал, что пенальти, но... Ага. Ага. Ладно, так, сейчас суету надо навести. Не надо, давай не будешь наводить. 77-я минута, зачем это тебе? А? 300. Я выиграл. Да. Все. Так, вперед надо. Суету? Отыгрывать, суету наводить, да. Эй, ля, слишком, какая суета, мяч отдай. Как говорили в одном известном видео, но он же выиграет по кайфу. Ага. Ты его добить решил? Ну а чё? Чё, он мучается? Ты ему ногу не меняешь, чё. Ой, значит, он тебе не нужен, неважно. Фуф, 85-я уже, между прочим. Давай, побежал. Ну, ты же успеешь, ты можешь все. Реально мог, кстати. Так, теперь также дружно в оборону, пацаны. Убивай. Угол добавленное. Так, ну в целом уже, я думаю. Подожди, у меня руки вспотели, это важно. Так. Ну это, по сути, реально прям последняя атака матча. Ну поэтому... да, я уже убежать не успею. Может быть. А может... Нет. Все. Так, ну что ж, Ювентус в этом матче побеждает. Побеждает. Но по итогам... Двух матчей. Да. Дальше проходит именно португальская команда у нас. Поздравляем, что я могу сказать. Команду Порту. Которая, кстати, набила удары за второй, в принципе. Ну да. И подтянула владение. Да, ну в целом равный матч, и ну счет в целом такой... Убойный, 4-3. Интересно, произойдет ли такая заруба в реальной жизни? Ну, заруба точно произойдет. Насчет счета, наверное, есть сомнения, да, все-таки 4-3. Но, слушай, интересный исход. Мне понравилось, исход. Да. То есть, смотрите, кто решит загрузить ставочку на Порту, португальскую команду, тот вполне реально может. Станет, может быть, даже тысячионером он станет. Тысячионером? Прям... А может быть, даже 10-тысячионером. Да, тоже верно. Итак, итог матча у нас 4-3 победа Ювентуса, но по сумме двух матчей дальше проходит именно Порту. Вот такие у нас вот получились расклады. Для всех ставочников, я думаю, это прекрасный шанс заработать очень много. Ну, а футбол для вас играли Александр Фирсов и Игорь Белоногов. Давайте с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока.